Выборы – их профессия и дело принципа. Кто эти люди, которые в дни голосования с чрезвычайным рвением проверяют списки, пересчитывают бюллетени, сверяют паспортные данные и никогда не посоветуют, напротив чьей фамилии поставить галочку? Сегодня республика готова рассказать о героях видимого фронта. Алексей Купранов – член участковой избирательной комиссии уже более 60 лет. Выборы для него и работа, и дело принципа. Он тщательно следил за тем, как выбирали в добровольно-принудительном порядке лидеров партии после развала Союза. Демократические выборы под его чутким присмотром. Моя обязанность – следить, чтобы выборы прошли добросовестно, честно. Я поэтому и интересуюсь. А то бы я не участвовал, чтобы выборы, каждый выбор, хоть какой бы выбор ни был, только честно, только без обмана народа. Поэтому народ меня понимает, знает. У меня натура такая. Это внутри, это все. Это. Я сам себя переделать не могу. Людмила Владимирова проработала секретарем сельского совета 27 лет. На выборах она бывала с обеих сторон стола. И работала в комиссии, и не пропускала ни одно голосование. Сейчас на пенсии, но продолжает принимать активное участие в политической жизни страны. Выборы были как праздник. Они ходили очень много. Вот выборы были с 6 часов утра до 23 вечера. Пока я работала, во всех выборах я участвовала. По стопам мамы Надежда Лукинова пошла работать в участковую избирательную комиссию. За принципиальность и внимательность к деталям ее сразу выбрали председателем. Надежда не заставляет себя принимать участие в общественных работах. Она получает удовольствие от возможности помочь, тем более в таком большом государственно важном деле. Нужно работать с людьми, тоже нужно их объяснять. Но еще главный, наверное, фактор – то, что человек, который становится членом УИК или ТИК, он заинтересован в судьбе страны, республики, района, поселения, несет ответственность и за то, чтобы в нашей стране, в нашем поселении было относительно спокойно и благополучно. Сейчас члены избирательных комиссий готовятся к предстоящим выборам. 3 дня на голосование граждан с 17 по 19 сентября. Лариса Васильева, Анастасия Братцева, Юрий Марков, Республика.